наконец-то я доделал его развалюху. Блин, ну капец. Да как же долго я ее делал. О, кстати, всем привет, ребят. С вами, как обычно, я, Паша, и вы находитесь на моем канале. В прошлой серии по игре под названием Car Mechanic Simulator мы провалили этот заказ. Я нечаянно продал диски и так и не смог найти диски под ракурс колеса. Не как ракурс, но под размер колеса. Если вы знаете, как определять размер колеса, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне пришлось ставить вот такие колеса. Ну, ничего страшного, на таких поездит. Так, все, завершить заказ. О, 1000 баксов. Так, что там следующее по заказикам? Тормоза плохо работают, другие задания. Эта тачка, это Land Rover у нас, а это какой-то Катагири Тамаро. Картинка прикольная, какая же она в реале будет, это всегда загадка, потому что в реале она может быть вообще просто разгрызанная во все стороны. Ну, в принципе, неплохо, только у меня опять что-то с этим, видите, с вот этой штучкой. Почему у меня вот тут вот этот кружочек, сейчас все пофиксим. Сейчас вроде получше стало, блин. А заказик у нас все-таки нормальный, нормальный. Ну, в смысле, не нормальный, а такой же. Так, ну что могу сказать? На подъемничек тебе. Другие задания. Что же это за задания такие? Ну-ка, давайте посмотрим. А, то есть жидкости, да? Заменять жидкости, да? Окей, окей. Вакуумный усилитель тормозов, дополнительные инструменты, шприц. И все высасываем. Тормозную жидкость заменили. Ну, не заменили, а ненужное пока что высосали. Так, гидроусилитель тоже. Это у нас, как это там называется? Стеклоомыватель тоже, да, высосали. И охлаждающую жидкость тоже высасываем. Все, как сказать, все опустошили. И теперь можно заливать всякие жидкости. Это у нас охлаждающая. Все, стеклоомыватель. Все, стеклоомыватель залили. Гидроусилитель. Мне, наверное, гидроусилитель больше всего нравится. Такой красный, прям красивенький. Какой классный. Все максимально. И что у нас там? Гидроусилитель тормозов. Или как это называется? Ну, тормозная жидкость, короче. Не буду делать из себя профессионала по всяким машинным частям. Я не такой. Все, залили, и заказ был довольно легкий. Но на самом деле хотелось бы, чтобы были посложнее. Опа! Здравствуй, меня зовут Джоан. Тебя порекомендовал мой сосед, который торгует машинами. Говорят, что твоя мастерская работает недавно. Но я вижу, что из тебя будет неплохой механик. Пора сделать ежегодное техобслуживание. Похоже, что у моего тигренка проблем нет, но тебе виднее. Пожалуйста, замени масло, фильтр и долей жидкости, потому что у меня не было на это времени. А еще мистер Джон сказал, что стучит распредвал. Понятия не имею, что это значит, но ты же все понял. Позаботься о моей машине. Хорошего дня. Да, конечно, я все понял. Конечно, я же не. Ну, как бы распредвал. Нет, я не знаю, что это. Так, она тут тигренка своего хочет починить. Это у нас такой вот мини-куб. Оу, щит, работки тут надолго. Так, ну, для начала давайте жидкости все зальем. Масло заменять. Окей, масло заменим без проблем. Так, вот у нас это откачка масла. Перенести. Блин, не получается. Использовать. Масло вытекает. Перенести на место. Теперь опускаем. Микро 1. Гидроусилитель нам нужно заменить. Нужно заменить все, кроме. Как его там? Кроме стеклоомывателя, вот. Стеклоомыватель нам нужно не заменить, а долить. А все остальное нужно заменять. И гидроусилитель. Блин, а как это называется? Пробка главного тормозного цилиндра. То есть тормозная жидкость. Все, и теперь можно все заливать.
Я, конечно, понимаю, что он сказал заменить все фильтры, и, наверное, если мы водяной, как это там, водяной насос, ну или что-то там она говорила про это, не помню. Водяной насос, что такое водяной насос? Ну, короче, если мы этот водяной насос снимем, а у нас будет залита охлаждающая жидкость, то нам скажут, уборка вам обойдется в 50 баксов, потому что вы жидкость не слили. Ну, ничего страшного, это для нас немного, у нас так 10 тысяч, нам, в принципе, все равно. Так, маслица подсолнечная. И что там еще осталось? Стеклоомыватель тоже сейчас зальем. И охлаждающую жидкость. И охлаждающую жидкость. Хотя охлаждающая жидкость тоже красивенькая, зелененькая такая. Я люблю зеленый. Больше, чем красный. Но все равно гидроусилитель руля мне больше нравится. Так, все, мисс. Мы с жидкостями справились. Да, все. Осталось только вот это. Ох, господи. Это мы все выделяем просто. Не знаю, сможем ли мы за эту серию все это починить, но со стороны капота тут ни до чего не доберешься. О, у него там, кстати, смотрите, в фарах этот что-то. Какая-то дрень. Так, Silent Block. Да, что это такое? Понятия не имею. Что такое Silent Block? Это вот это, да, Silent Block? Silent Block. Мы можем его снять, и если можем снять, почему бы и не снять? Цитаты великих людей. Сколько? 4 Silent Block она говорила заменить. Так тут всего 2. Впереди не было. Хотя, может, это я ничего не заметил, поэтому не факт, что их там не было. Так, блин. Я уже понял, как выглядит Silent Block. Ну вот, они тут должны стоять. А, вот они. Погодите. Подрамник. Чего? Так, вот мне кажется, нужно опускать. Подрамник. Чего, блин? Мы уже умеем вот так вот перебирать. Вот он, да, не нужно ничего снимать. Я уже думал, нужно снимать эту фигню там с подвеской, что-то связано. Нет, можно отсюда вот долезть до Silent Block'ов. Так. Ой, не, мне нужен инвентарь. Все. Опа, ящик какой-то. Открыть ящик, да. Что за ящик? Карточки. 17 чего-то. И еще один ящик. И мы можем открыть еще один ящик. Что это вообще за ящики такие? Я думала, эту машину чинить буду. Карта сараев. И карта сараев. Отмените расположение сараев. Что? Какая карта? Мне ничего это не нужно. Так, Silent Block, да? Главный магазин. Silent Block. Нам нужен обычный. 4 штуки. Усё. Оп. Монтаж деталей. Этот Silent Block вставляем. Ну или вкручиваем, не знаю, как говорить правильно. Silent Block. Отлично, вкрутили. Не знаю, нужен ли подъемник мне или не нужен. Могу вот так добраться рывочками. Не, не нужен. А, хотя, возможно, и нужен, я не знаю. Блин. Ну, как-то же я залезал туда. О, отлично, Silent Block. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, вкрутили. И теперь с вот этого ракурса. Отлично, вот он, Silent Block. Усё. С Silent Block'ами закончили. Можно отменять, чтобы они выделялись. Так, свеча зажигания, шестерня распредвала. Масляный фильтр. Кстати, масляный фильтр тоже можно заменить. Чё он там, один? Чтоб потом не бегать, не заменять. Масляный фильтр R4. Так он в неплохом состоянии, ну ладно.
масляный. Фильтр R4, вот. Купляем. И вставляем. Новенький масляный фильтр тебе. Масляный фильтр тоже. Так, так, так. Все получается? Да, все, можно заканчивать. Так, что он хочет, чтобы я это сделал? Дисковые тормозные колодки. А, я не отметил, что Silent Block нужно выделить. Так, короче, снял я уже крышку. И вот что нам нужно заменить здесь. Натяжитель ремня. Снимаем его. Это что? Натяжной ролик. А, тоже нужно заменить. Но для начала нужно снять ремень. Его, кстати, тоже нужно заменить. Натяжной ролик А. Откручиваем. Шестерня распредвала, кстати, тоже, по-моему, нужно заменять. Так, усё. В инвентаре у нас натяжитель ремня, приводной ремень, натяжной ролик. Натяжной ролик А. Блин. Что за словечки такие? Ладно, в любом случае, я думаю, что это нужно заменить. Шестерня распредвала 14. Господи, что это за заклинание? Шестерня распредвала 14. А, так вот же, ну что это как я сразу не заметил. Так, что следующее? Шестерня рас... А, это можно продать, чтобы не мешало. Натяжной ролик А. Так, натяжной. Натяжной. Натяжной ролик А. Ой. Опять же, старый можно продать. Приводной ремень А. Приводной. Приводной ремень А. Блин. Приводной ремень А14Б. Так вот же он. Покупаем. Это продаем. Натяжитель ремня. Ну, он тут один. Натяжитель. Натяжитель. А нет, натяжителя ремня два. Этот продаем. И все. Вот они наши все, как бы, штуки, которые нам нужно заменить. Сейчас будем этим заниматься. Так, натяжной ролик... Подожди, сначала нужно шестерню распредвала ставить. Похоже на каток объекта 430U. Не знаю, почему-то все, что с дырочками, напоминает каток объекта 430U. Натяжной ролик А. А нам какой сюда нужно поставить? Он выделен, значит, нам нужно поставить сюда новый. Такой вот классненький, новенький натяжной ролик. Так, приводной ремень. Тоже ставим новенький. Натяжитель ремня новенький. И все, можно закрывать. Эть. И эть. Все. А, нет, еще не все. Еще там что-то нужно поставить. Шкив коленвала R4. И еще, по-моему, что-то еще тоже нужно поставить сюда. А, во, приводной ремень B14B. И натяжной ролик А, который не нужно заменять. Все. Больше здесь ничего не нужно. Ну и на этом я, ребят, предлагаю заканчивать сегодняшнюю серию по игре Car Mechanic Simulator. Сегодня мы, к сожалению, не успеем отремонтировать эту, блин, раздолбанную мини-купер. Но в следующей серии обязательно его отремонтируем. Ну, тут по фигне осталось. Дисковые тормозные колодки, то есть все, что связано с тормозами почти. Свечи, распредвалы, ну и всякое такое. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Напишите какой-нибудь позитивный, красивый комментарий. Ну и отправьте это видео всем своим друзьям. А я желаю вам удачи и всем пока-пока.